А теперь к теме предстоящих выборов. В день голосования людей с ограниченными возможностями будет обслуживать инватакси. Для них также предусмотрены и другие удобства. Об этом сегодня в столице рассказали члены рабочей группы ЦИК по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью. К примеру, 92% участков оборудованы пандусами. Тактильные указатели при входе в помещение имеют более 82% участков. Планируется ко дню голосования установить пандусы на 253 участках. Тактильные указатели при входе в помещение для голосования на 813 участках. Для лиц с инвалидностью по зрению применят трафареты. Также практически везде оборудуют специальные уголки. Компьютер с монитором и информацией в адаптированном формате. Мы заряжены на конкретный результат, который должен сказаться на обеспечении необходимой доступности лиц с инвалидностью в и реализации конституционного права избирать и быть избранным. Хочу отметить, что обеспечение на избирательных участках условий для лиц с инвалидностью, она контролируется членами Центральной избирательной комиссии, мной лично, в частности, во время инспекционных поездок в регионы.